Всем привет, ребят, еще раз обзорчик у нас, ребят. У нас такой необычный грузовичок такой, ребят. Он и снег может убирать, вот, на базе газа, ребят. 63-го сделанный такой у нас погрузчик. И можем и снег, и песок, и, наверное, все, что хотите, можете им грузить, ребят. Такой аппарат у нас. Видите, залазят, дверьки закрываются, но у водилы сразу руки такие корявые. Всё. Салончик такой простенький. Вот моторчик. Завелся. О, приборная горит. Класс. О, анимированный газ. Вот только газ анимированный один. Так. Сзади такой свет. Кстати, ребят, он у нас двухмостовый. Мосты все крутятся. Аппаратик. Так. Это можем отобрать, ребят, и грузить. Ну, у нас тут, походу, нема чего грузить. Попробовать надо испытать, я думаю, да, ребят? Давайте сейчас испытаем, наверное. Сейчас испытаем. Сейчас. Тут есть что-нибудь такое? Ага. Давайте арендуем трактор. Возьмем прицепчик. Возьмем, ребят, для этого мешочков. Раз. Там есть два. Четыре. Пять. Ну, я думаю, пять мешочков хватит. Попробуем. Че, грузит он, ребята, все, че нет, как там было написано. Ребят, сейчас мы питаем. Не любитель, ребят, я, конечно, играть на дефолтной технике. Ну, приходится, ребят, потому что тут только моды те, которые я есть, остальные все в общей другой папке, ребят. Сейчас будем загружать. Так. Сейчас мы все засыпем. Вот так трактор прикольный, маленький такой. Попробуем тут высыпать. О, высыпается. Так, высыпается. Так. Сейчас мы трактор уберем, он нам мешает. Попробуем, будет он кто у нас грузить. Только, ну, снег тоже, ну, у меня нема, ребят, снега, чтобы проверить на снеге, но сейчас проверим. Так, ой, как пес у него сзади, такое освещение, задний ход вообще яркий-яркий. Пожалели, блин. С помощью мышки опускается. Блин. Сейчас не... Есть, так.
у нас тут за функции. Так. Ставим. Давайте, ребят. О, класс! Ребят, грузит. Обалдеть. Можно, можно, ребят. Если вы рассыпали, вы такие раздява, то можно собрать, ребят. Это все грузится. О, класс. И подняли. Опустили. Подняли. Да, ребят. Класс. Прикольный газончик. Если вы там что-то не так сделали. На базе 63-го сделали. Такой, конечно, первый раз бачу. Может быть, он и есть такой в реале, не знаю. Ну, прикольный мод. Годный, годный модик, ребят. Только, правда, опять шланги не подключаются, потому что у нас не предназначено для шланг. Ну что, ребят, на этом все, ребят. Этот модик будет тоже, ссылочка в описании. Сейчас покажу. Он, ребят, в отдельной категории продается. ГАЗ 66, извиняюсь, не 63, 66, вот он у нас. Вот он. Стоит недорого. Грузит все. Оказывается, 3 метра захват. Ну, еще есть жесткая цепка. Если там застрял кто-то, он может вытащить. Я да не брал, но можно арендовать. Вон у нас цепочка жесткая. Сейчас проверим. Давайте. У нас за жесткая цепочка. Опа. Так. О, и все, и потащили мы трактор. Сейчас мы подтащим. Немного застряли. Все, ничего, ничего, ничего. Вот так. Ой, ничего, ребят. Да. Можно тягать трактор, вот спокойно. Да. Класс. Можно вытягивать, допустим, кто-то где-то застрял там на болоте, в луже, ребят, можно вытягивать. Ну что, ребят, на этом все, всем пока, ребят, до встречи, до новых обзорчиков, увидимся, ребят.